Всем привет! Незадолго до Нового года я заметил, что мои цихлиды, точнее самки цихлид, вынашивают во рту икру. Вот буквально уже в 29-30 числа я заметил, что с этой икры уже сформировались полностью полноценные мальки. Я решил их отловить у самок. И вот результат того, сколько мальков мне удалось отловить. Так как часть мальков была полностью сформированной, то я их отпустил в свободное плавание. А часть мальков была еще с желтком. И поэтому я решил, чтобы их не трогали другие рыбы, так как отсаживать я их собирался в 65-литровый аквариум мой с гупиями, то решил их отсадить в отсадник, который я купил еще несколько лет назад. В итоге получилось так, что часть мальков сидела у меня в отсаднике, а часть мальков плавала свободно в аквариуме на 65 литров. Двадцать дней спустя мальки были уже полностью пересажены в общий аквариум. Те, которые сидели в отсаднике, и те, которых я выпустил в свободное плавание, они уже сидели вместе. И за это время успели довольно-таки неплохо подрасти. А вот буквально пару дней назад я снова приезжал к родителям, и мне удалось отснять несколько кадров того, как мальки выглядят сейчас. Они уже довольно-таки большого размера, больше мальков гупий, но при этом самих мальков гупий они не трогают. Питаются они таблетками, которые я бросаю самам. Так как цихлида довольно-таки стайная рыба, то они собираются стайками и без проблем отжимают у самов таблетки, питаются ими и чувствуют себя отлично. Собственно, вот такой вот результат у меня получился. Изначально мальков было около 30 штук, а в итоге из них выжило около 20-25 штук. Отсадил я их по той причине, что в здоровом аквариуме у меня живут еще и нанокары, и когда самка выпускает уже подросшего малька, то часто бывают ситуации, когда нанокары подлавливают этого малька, и, соответственно, с тех же 25-30 штук мальков выживает буквально 1-2. Так как я был в тот момент, когда уже мальки довольно-таки подросли, я решил все-таки, что их стоит сохранить и в дальнейшем сдать в зоомагазин, чтобы они радовали так же, как и меня, других хозяев, которые придут и купят их в этом магазине. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, а если есть у вас вопросы по поводу тех же мальков или еще какие-либо вопросы по аквариумистике, смело задавайте их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!